праздником Великой Победы. Ребят, ну а вас мы поздравляем с таким сезоном, с упорными заслуженными победами. И давайте поддержим их и пожелаем удачи в новом сезоне в Суперлиге. Поздравляем вас! Спасибо! Гордимся вами, ребята! Это большая победа всего нижегородского спорта. Спасибо! Да, вот в День Победы 9 мая еще вот такая вот большая отдельная церемония. Ассоциация спортклубов АСК, которая выигрывает высшую лигу А, выходит в Суперлигу. Здесь легендарный волейболист, директор Дмитрий Фомин. Хорошая история. Здесь вот тоже еще такая дополнительная эмоция для Нижнего. Тоже еще один пример побеждающей команды. И как раз, ну то есть как бы Нижнему... К Нижнему вообще никаких претензий нет. Команда с полной отдачей работает пока на старте этого матча. Чуть-чуть не везет с дальними бросками.